пару месяцев назад городские проекты вошли в рабочую группу при департаменте транспорта по разработке, ну и вообще проверке инфраструктуры для маломобильных групп граждан. И вот на первом совещании выступил представитель метрополитена и сообщил, что все лифты, которые находятся на станциях метро, они удобны, доступны, и по ним можно подняться и спуститься спокойно на станцию метро. Мы решили проверить, посмотреть, как это на самом деле в жизни работает. Сюда нужно билет приложить. Как? Так? Это еще на себя. Чего? Закрыто. Ну, нажми кнопку. Пойдем искать вход. Да, там были. Ну просто что дверь же закрыта, все равно. Иногда срабатывает, нужно нажимать иногда. Хорошо. Мы утром двоих поднимали. Инвалидов тоже вот таких приезжали. Молодая девочка и молодой мужчина. И мы их поднимали, думаю, когда это сломался. Просто написано. Это домофончик. Да, понятно. Неплохо было бы здесь и какую-нибудь лампочку поставить. Да, здрасте, а лифт можно? А вы не знаете? Да. Можете идти тогда.
русский говорите? Они же не работают. Не работают? Не, они никогда не работали, я местный. Они с момента открытия никогда не работали.